Друзья, вот это Мурзик, который к нам приехал из Красного, из ПГТ Красный, в день, когда приехала Дашка. И мне девочки сказали, что он агрессивный. Ну, видимо, он в тот день проявлял характер, потому что... Покажи, котик. Потому что у нас вообще здесь открытый перелом. Это нам сделала собака, но, как видите, кот большой, красивый и очень ласковый. Он вообще никакой ни агрессии не проявляет, урчит. На кошку я так посмотрел. Он посмотрел с кошкой, вроде бы. Она шипит, он как-то так... Он нюхает, да. В общем, все у кота хорошо, кроме лапы и того, что он бездомный. Поэтому мы сейчас будем записываться на операцию. Не ругайся, Даша. Даша сейчас идет на операцию. Мурзика мы записываем на операцию через 2 дня, скорее всего. Держите кулачки за него и давайте пристроим этого котяру. Кстати, у него тут... Зубы хорошие, но вот есть те, которые отсутствуют. Нижние здесь все отсутствуют, здесь клык. 5 лет точно есть нам. Наверное, не от хорошей жизни зубы повыпадали и поломались. Так что давайте Мурзику устроим хорошую жизнь. Да? Прям очень хороший котик, такой красивый. Бодает. Бодает человека, чтобы его гладили, ласкали. В общем, сейчас Мурзик на антибиотиках обезболивающих. И, скорее всего, через 2 дня у нас будет операция. Да, Мурзяка? Красивый кот. Очень ласковый. Хороший. Такой хороший. Мне его Барсиком, правда, хочется назвать. Ну, Мурзик так Мурзик. Друзья, Мурзик пострадал в неравном бою с собакой, так как живет на улице. Давайте после спасения Мурзика найдем ему отличный дом. А сейчас с миру по нитке, первая в России бесплатная санчасть. Спасение животных – наше общее дело, и спасать их мы можем только благодаря вашей помощи.